Улица Завидная расположена в новом микрорайоне. Основная проблема этой территории – большая запаркованность. В частности, машины оставляют и у контейнерных площадок, тем самым препятствуя проезду специальной техники для вывоза мусора. Жители неоднократно обращались к администрации района с просьбой принять меры в улучшении ситуации, связанной с тем, что имеется большая запаркованность в дворах, и машинам, которые вывозят мусор, довольно сложно подъехать. Администрация услышала обращение жителей, предприняла всевозможные меры для того, чтобы контейнерные площадки, мусорные площадки были перенесены в более удобное место, чтобы это находилось не во дворах, не вблизи жилых зон, а это было вынесено поближе к проезжей части. Проинспектировали содержание и новое расположение контейнерных площадок министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, представители Главного управления содержания территорий и администрации округа. Администрация Ленинского городского округа предпринимает все меры по переносу контейнерных площадок ближе к проездным дорогам, чтобы можно было удобно развернуться, подъехать и погрузить мусор. Стоит отметить, что перенос места для сбора мусора решается вместе с жителями. Проблема проезда спецтехники регионального оператора контейнерным площадкам общая для всех новых жилых микрорайонов. Администрация муниципалитета ищет пути ее решения, ведь вывоз бытовых отходов должен проводиться своевременно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.